Всем привет! Давайте сегодня снимем распаковку коробочки от Glambox. Я ее заказала в надежде, что будет что-то в ней нормальное. Вот, но потом купила журнал и посмотрела, что в ней. В общем, расстроилась. Поняла, что больше я, наверное, заказывать не буду, потому что до этого я заказывала последний раз года 2 или 3 назад. Вот, и меня наполнение что-то так расстроило, и я на 2 года это все забросила. Сейчас опять решила заказать, но, похоже, абсолютно зазря. Так, давайте сейчас распакуем и посмотрим, что в ней находится. Так, о, журнал. Хорошо, у меня такого нет, потому что у меня журнал... Последний я покупала за декабрь, а этот еще ноябрьский. Ну ладно, хоть это радует. О, ну посмотрите, сама коробочка очень красивая. Дизайн прям замечательный. Так, ну давайте открывать, смотреть. Так, интересно, это значит все, что у них тут лежит в этой книжечке. Так, это что такое? Какой-то тестер положили. Love Osmanthus. Это, я так понимаю, ателье колонн. И здесь аромат. Очень приятный запах. Очень приятный. Такой травянистый. Похоже на какие-то запах, на какой-то, как и фраше, но немножко другой, поприятней. Так, что здесь? Ага, нет, вы знаете, в декабрьском журнале я увидела совсем другое наполнение. Так, первым делом мне бросается в глаза какая-то конфета. Двойной шоколад, батончик. Изделие кондитерское, фруктово-ягодный. В общем, да, действительно, оказывается, то наполнение, которое я увидела в журнале и расстроилась, оно было не из этой коробочки. Так что это мне нравится наполнение. Это что такое у нас? Сейчас посмотрим. Апвита. Апивита. Очищающая пенка для лица и глаз с оливой, лавандой и прополисом. Написано, что стоит 918 рублей за 200 миллилитров. А кто делает? Греция. Но я почему-то так и подумала. В общем, интересно, попробуем. Дальше это у нас гамаш Элансил. Это скраб, я так понимаю, для тела. Сейчас посмотрим. Да, вот такой скраб. Тонизирующий, пенящийся. Перед антицеллюлитным уходом с экстрактом плюща. Ну, конечно, такая маленькая фитюлечка. На 2 раза, может быть, хватит попробовать. Ладно. Дальше это Адерма. И что это такое? Масло для душа. Ну, конечно, тоже, наверное, на... Ну, 3 раза мне такого хватит тюбика. Попробуем для очень сухой кожи. Кожа, склонная к атопии. Интересно. Ладно. Дальше Innisfree. Это у нас увлажняющая сыворотка. А, ну вот это хорошая штучка. Очень полезная. Сыворотки я люблю. Так, сейчас открою.
На самом деле, я очень рада, что это не то наполнение, которое я видела в журнале, потому что там были вещи, которые мне абсолютно не нужны были. Вот такой серум. Удобная travel-версия маленькая. Так, кондиционер у меня такой есть, только в более маленьком объеме. Неплохой кондиционер. Вот, он должен осветлять постепенно светлые волосы. Мне нравится, неплохой. Дальше Авен. Это у нас какая-то сыворотка. Вот. Ой, замечательная. А окситив, антиоксидантная сыворотка на основе комплексного ухода и провитаминов. Замечательно прям. Супер. Так, маленький, конечно, объемчик, но ничего. 5 миллилитров всего. Вот такая вот малышка. Хорошо, тоже попробуем. Дальше. О, это что такое? Так, не могу найти. Ни слова по-русски нет. И в книжке что-то тоже я ничего не вижу. А, вот этот, кстати, тестер, это вот туалетная вода, которую они положили, это Лия Колон. Ну, что-то она совсем маленькая. Могли бы, конечно, побольше какую-то миниатюру положить. А вот эту вот штуку я не могу найти. В общем, это какой-то гель-крем с натуральными ингредиентами. Так. Непонятно, что он должен делать. Крем-гель. Антифатиг гель. Не могу понять пока. Ну ладно, разберусь потом. Так, дальше. Вот такая маска. Мне кажется, когда-то я уже такие находила тканевые. Неплохие маски. Это корейская, если я не ошибаюсь. Да. Республика Корея. Маска лифтинг для лица с коэнзимом. В общем, я сейчас поняла, что, судя вот по вот этой вот колон, что, похоже, у них все-таки... Нет, я не могу понять все-таки, с какого это журнала. Но вот этот колон точно был в той коробочке, которую я заказывала и про которую я читала потом в журнале, и я расстроилась от ее наполнения. Может, они его просто везде кладут, этот колон? Потому что, честно говоря, я заказывала вот из-за этой штуки. Так, это ампульная маска. О, хорошая штука. Премиум. Ампульная маска для лица. Кстати, не сильно дорогая. 70 рублей с коллагеном. Замечательно. Так, и, наконец-то, это у нас Velvet Lip Perfection матовый бальзам для губ. Вот такого у меня еще нет. Вот я из-за него и заказывала. Но когда я открыла декабрьский журнал, почему-то я его там не увидела, а там лежала у них тушь от Guerlain, которая мне нафиг не нужна была. Вот такая миниатюрка. Оттенок третий. Сейчас посмотрим. Матовый. Да, матовых у меня еще не было. Ой, ну хороший. Ягодный такой прохладный оттенок. Камера, кстати, более его каким-то передает. Малиновым,
он немножко потемнее как-то в жизни выглядит. Он уже застыл почти. Ну вот, хорошее наполнение. Но, конечно, знаете, честно говоря, я не понимаю, 990 рублей, что тут вообще может из этого стоить, если только вот эта миниатюра. И то сомневаюсь я. В общем, наполнение, конечно, вообще вот у этих коробочек стало какое-то не стоящее своих денег. Больше я заказывать однозначно не буду. Вот, потому что, ну, как-то что-то нет. Я помню, я в прошлом году заказывала на Черную пятницу Beauty Box Look Fantastic. И за 1400 рублей у меня там было такое наполнение. А здесь, конечно, так. В общем, ни о чем, можно сказать. Ну ладно, не покупайте эти коробочки больше. Они, похоже, все будут более позорные и позорные от раза к разу. Не тратьте деньги. На 900 рублей можно было купить корейскую какую-нибудь сыворотку и тонер. Вполне себе два продукта таких полноценных. На Wildberries посмотреть и что-нибудь заказать. Вот. Ну ладно. Все. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.